Здравствуйте! В этом видео я хочу показать вам, как я засаливаю скумбрию в луковой шелухе с добавлением чернослива копченого и черного чая. У меня три маленьких скумбрии. Я делаю рассол. До этого не надо. Шелуха. Три горсти. Кидаю косулю, что не жалко, потому что оно покрасится и будет жалко, особенно это эмалированные косули. Чернослив 5 штучек, лавровый лист, перец горошком и душистый перец, 2 ложки черного чая. Четыре ложки с горкой, такой небольшой горка соли, 4 ложки. Две ложки сахара. Литра 100 воды. Идем в печке, кипятить будем. Семь минут покипит. Выключаем и ставим остужать. А потом будем заливать грибу. Закипело. Прикручиваем огонь тише. 7 минут. Пусть варится. Рассол остыл. Заливаем. Затянем пленочкой и поставим на 2 суток. Через 12 часов будем переворачивать рыбку. Каждый раз. Рыба постояла 48 часов. Вытаскиваем с рассола. Красивая такая стала. Сушим рыбу немножко салфеткой. Внутри. Смазываем маслом постным. И 2 часа, чтобы просохло немножко. Тем временем, пока мы сушится рыбка, мы приготовим картошку в духовке запеченную. Это масло постное, соль и перец. Будем смазывать картошку нашу. И заворачиваем в духовочку. Наша картошка запеклась. Разрезаем ее. С маслечком будем делать сейчас.
и сыром. Масло добавим. Горячего, горячую картошку и сыром. Будет прекрасно. Пробуйте нашу рыбу, засолку. Очень вкусная, очень вкусная. И картошка. Пробуйте. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии.